Всем привет! Мы в Костко. Сегодня у нас очередная закупка. А в конце видео у нас будет немного другое содержание. Так что не переключайтесь, досматривайте до конца. Первое, на что мы обратили внимание, точнее Настя, на упаковочную пленку. Наступает пора дарить подарки. Ну давай, бери. Ну, это тоже мне нравится. Так, Настя нравится еще вот такая. Ну, это, конечно, больше. Ну а что, поищи, вон, глянь, сколько там. Вон они серенькие внизу. Это вообще, я не знаю, мне нравится вот золотистая с красным. Они, видишь, двухсторонние. Тут, смотри, здесь, с этой стороны вот, цветочек, здесь еще елочка. С этой такая. Такая, ну бери, как высчитай нужно. Ну это более такие... Возьми такие, чтобы не красные было. Как думаешь? Симпатичные или нет, Настя? Это какая вот, ты знаешь, новогодняя серебристо-белая? Или нет? Я смотрю, вам еще есть. Короче, выбор делать сложно, когда есть большой выбор. Ну, такая спокойная. Ну, бери, что так думаешь? Все, берем спокойно, да. Не будем психовать под Новый год, да? Итак, Анастасия когда-то мне предлагала, я отказался тряпочки купить за $19. Ну, теперь... Эти дороже. Ну, я не знаю, чем там. Там 36 штук, а там 52. 14 на 17, а там размер какой. Посмотри, какой размер, Настя. Желтенький. Ну, бери. Бери. Я буду стекло в машине протирать. Ну, мне надо с внутренней стороны. А ну, смотри. И вот монитор. Вот, ладно, все. И собаку я буду протирать. Да, буду искать на улице собаку. Очки. И лапы я буду протирать. Машина. Солнышко, пошли скорее уже. Ну, что мы так застряли? Корзина еще пустая совсем. Мы просто тут ходим, смотрим, смотрим. Где... Они сделали перестановку, да. И мы тут... Пытаемся найти. Я все-таки не теряю надежды палас купить со скидкой, но пока что-то тут на сайте не было такого интересного. Хочу глянуть. У нас в столовой ноги мерзнут. Но здесь что-то скидок нифига себе. Это сильно дорогой и сильно мохнатый. Упадет что-нибудь со стола, я потом в этих ворсинках эти крошки не найду. Видишь, Настя, нету. Нету ничего ценного. Скидок нет. Да, скидок нету. Да, есть ковры. На сайте есть скидки, а по факту в Костко что-то в этом нету ковров. Нам нужна картошка. Тут завезли, вроде бы. Надо найти. Вроде бы нормальная, да? Ты как-то быстро сдаешься. Я вообще ничего не сдаюсь. Просто я вижу, что вроде бы хорошая. Первый взял, хорошая. Что там? Да вроде бы нормально, Настя. Нормально, вроде бы. Бери, не трать время. О, и понюхала даже. Ну да, бывает, капает, да. Мы как-то купили и капец, сразу она оказалась порченной. Протекло на пол через пару дней. Так, что следующее? А, кстати, лимонов мы набрали до сих пор. Это жидкость, это масло, Настя. Жидкость для стеклоомывателя. Здесь не продают. Так, ну что, Настя, лепесины по 12,80. София будет есть, ты не ешь. Не ем, да. Ну, это для нее это многовато. Ладно, мандарины еще не съели. Пошли дальше. Так, за 4,5 помидоры. Вот такие возьмем. Вес 2 фунта, 900 грамм с небольшим. И цена 4,5. Так, Настя что-то там дальше высматривает. Ну что еще? Что следующее? Помидоры большие? А может дальше нас других? А нет. Вот и все, Настя. Возьму тогда это. $8 и такой вот картонный коробочек. Не зеленый, не? Вялые. Вялые? Я думаю, наоборот, ты пробуешь, чтобы были мягкие. Ну, вон, смотри, его подави. Ладно. Да все вот так вот берут, как ты, давят, давят, и ближние, они вообще уже там замученные. Хватит, все,
Так, ну что, уважаемые зрители, Настя говорит, хватит, наверное, пойдем уже на кассу. Или что? Настя, хватит, в смысле, на кассу идем, да? Помидор. Да, помидор. Итак, мы нашли вот такие ушки. Ну что, Настя, одну коробочку возьмем, да? Так, видите, 8,90. Смотрит, что еще Настя тут. Всякие коврики. $60 вот эта классная штучка. Когда-то мы про нее показывали, но ложить нам ее негде. Настя, а где ты коврик собираешься менять? Расскажи мне. Не расскажу. Где ты коврик собираешься менять? Видите, какой большой достаточно. А цена? $13. Я хочу возле порога. Дверь открывается, там мы заходим с обувью. А, ты хочешь на кухне? Ну, и обувь у нас там, где разуваем. Мы сейчас перенесли же. Ну, тот пусть остается там, он прорезиненный. Ну, вот так. Это ты хочешь вообще где? На кухне положить? Да, возле входной двери, потому что проходят обувь. Не-не-не, будет смотреться не очень. Я предлагаю все-таки на кухне купить этот самый ковер. Нет, я против. Портик. Будет грязь собирать только, только, да? Ладно, ладно, ладно. Можно осветленький, осветленький будет грязный. Ну, мы же будем зимой разуваться на том коврике и садиться, проходить. Просто на кухне он будет смотреться сиротой там, возле двери. Не? Мы это, можем вот такой, беленький. Но я... Просто мы же, когда сидим, обуваемся. И мы в обуви идем. Разумно, согласен. Согласен. Ну, бери такой. Или, наверное, это сильно яркий. Обувь мы его затрем. Затрем. Наверное, тот все-таки более темный, Настя. Не, ну это вообще, ну это мое, я не знаю, там, глубокое советское детство напоминает. Либо вот такую, но она будет ездить. Это вон, видишь, прорезиненькая. А вот тут, вот ниже который, это такой же? Это один, три вида только. Серый, такой. Так, три вида. Серый. Подожди, вот почему три? Тут чуть-то синий, но мне не нравится. Короче, узоров только раз. Ну вот, смотри, вот. Вот. И тот, который тебе не понравился. Ладно, бери, наверное, вот светлый, я думаю, светлый бери. Зрители, голосуем. Светлый. Серый. Да, это не онлайн-трансляция. Неактуально. Ну, как бы, что бы вы купили, пишите, да. Мне кажется, наверное, светленький. Не такой практичный, но красивее будет смотреться, да? Ты знаешь, думаю, где светленький подселить? В кладовке. На кухне в кладовке. Там у нас ледяной пол. Туда как заходишь, это просто как вот... Туда ты редко ходишь. По льду наступил, да? Бери светленький, давай. Будем в светлых тонах. Дом. Я вообще палас бы купил в этот, как его? В кухню, да? Не в кухню, в столовую сначала. Что? Светленький берем? Ну, практически серенький. Ну, берите какой хочешь. Хозяйка. Ты хозяйка, я так вот. Моя задача грязи тебе наносить, а тебе потом убирать. Не? Не будешь убирать за мной? Все, мысль ушла в голову. Я думаю, серый, наверное. Серый, да? Он, конечно, красивее, но практичнее, да. По обуви. В том месте он будет серый. Да, будет портапно, будет вообще некрасиво. Это его только купить, а потом куда-то переложить. В кладовку. Моя мысль тайная. Сейчас не подойдет, в кладовку будет. Да, ну просто в кладовке реально холодно. Ладно, если что вернем. Ладно, если что вернем. Куда вернем? Вернем в кладовку обратно. Не-не-не-не. Там будет следы моей ДНК. Ладно, лапулька, давай дальше, что мы застряли на ковриках. Я думаю, поменять коврик в ванне. Не-не-не, менять не надо. Белый этот, блин. Не надо, это уже историческая память будет. Нет. Мы с этим ковриком до конца дней в Америке будем. Да, конечно. Настя взяла бананы. Видите, они по $1.50. И где-то там она опять забурила. Сейчас пойду ее найду. Итак, $6 огурчики. Еще другие $6, 3 штучки. Да? Да. Все нормально? Давай я понесу еще что. Так, ну, давай, давай. У нас есть. Да, что тут у нас? Я перчик. Вот у тебя перчик есть. Ты вот это готовила или нет? Что-то я как-то. Салат ты в салат его это делала. Все.
Вот красота, видите, упаковано прям по два разного цвета. Так, а это что? Это яблоко-груша. Кореин, шингупи, а это какой-то, да, корейская еда, Настя, за $12. Что там любимая Настина? Манго. Моя любовь, да, но мне сейчас нельзя. А что мы... А, это мы авокадо купили в Костко, зеленючий авокадо, да? Это прям давно, вообще да, был, да. Так, сейчас что-то бабушка возле моей тележки застряла, пойду помогать пройти ей. Так, я запекаю яблоки и себе, и Софии. И уже остался один пакетик. А мне нужно больше. Возьму еще парочку. $6. Они вкусные, сладкие. Настя говорит, глянь, какая аппетитная клубничка. Ну, бери. Я смотрю, сколько грамм. Раньше дешевле было, наверное, да? Черри. Красные черри. Нет, мне черри не надо. Ну что, берешь? Давай. Да, еще так, смотрим, оцениваем. Вроде не подавленное. Вроде все хорошо. София просила тоже. Ты хочешь две взять? Ну, одна мне, но для тебя. Одна тебе, да, да. Уж взяли тогда. Лерчик, Лерчик диета требует вкусняшек. Да. Ну что, здорово. Свежие. Наверное, из Мексики, сейчас гляну. Тоже это дело. Да, вот это хорошее. Так, 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 вверх ногами. Ой, напечатано так, что вообще. Детектив. Продукт of USA. USA? Ну, может, с Южных Штатов, с каких-то. Может, с Калифорнии. Техас. Может, с Техаса, да, я тут не в курсе. Так, что дальше берем, Настя? Сейчас смотрю. Еще виноград. Так, а салаты всякие. Морковка тебе нужна? Да, кстати, я морковку маленькую еще не запекал. Маленькую, короче, я да, сегодня буду запекать. В конце вам покажу, как я это сделал. Диетическая готовка, скажем так. Так, ценник вроде бы остался тот же. $7, 5,5. Так, меня Анастасия. Что ты берешь? А, зеленая фасоль. Все, и цена $7. Все. Не 7. Надо отмечать. Да, Анастасия, ты же с телефончиком там что-то автоматически зачеркивала. Прямо у тебя там все было чики-пуки. Итак, 5,49. Настя вот такую коробочку прихватила. Что не так с коробочкой? Да, мы просто думаем идти в Whole Food Market или не идти. Я предлагаю не идти. Все, берем коробочку такую. Органик, не органик. Органик, отлично. Органик. И... Ну вот смотри, что тут написано. Да. Вроде бы какой-то салат. Я такой не пробовала. Анастасия, ты смелая, попробуй. Это чересчур много, в следующий раз. Чересчур много? Ну, смотри, чтобы не пропадало, в следующий раз приедем, купим, ё-моё. До Костко не так сложно добраться. Так, что еще? Это что такое? Ага. Настя не загружается приложением, потому что в этом металлическом холодильнике интернета нету. Что, тебе грибы нужны? Да. $6 грибы, давай. Настя у меня вообще любит грибы. Давно-давно, это у нее страсть. Когда-то мы даже пытались в Старом Осколе вешенку выращивать. Был период нашей жизни. Итак, подписчики как-то заметили, что мы тут только одну индюшку едим. Мы едим еще и говядину. Видите, специально берем. А, кстати, забыл передать привет. Иван Иванов просил передать привет. Настя, махни ему рукой. Так, давай я тебе помогу. Давай, води. И не загружается. Да? Не загружается приложение? Ну, давай сейчас мы, может, другой угол Костко пройдем. Вообще интернета нету. Вообще интернета нету, чтобы люди не отвлекались. Наверное, отмечено. Короче, мы поедем в Whole Food Market, и поэтому я отнесу этот салат вон туда. Да, потому что здесь, Настя, все-таки открылся интернет, и в Настином списке нету. Базилик. Настя, давай пройдем.
Все, я медный салат отнесу. Отнесу салат. Итак, $10. Настя берет треску. Для меня. Да, небольшой кусочек. Будем разнообразить, делать питание. Оп, цена вопроса какая? Ну-ка, дай покажи. 25.60, да. Так, кстати, наша корзина заполняется, заполняется. Какие ставки, Настя? На какую сумму потратим? Ну, думаю, на 300. Долларов на 300. Хорошо, проверим. Нам нужно куриное филе. Сейчас, где-то тут оно. Покажи, сколько стоит упаковку. Я хочу побольше взять. Побольше? Две возьмешь? Одну, побольше. А ну-ка, дай цена, возьми. Цена. Я еще говорю, дай мне цену. $31. Но у нас других залито, Настя. Протекает. Думаешь, протекает та именно? Да. Так, ну ты уже справляешься одна. Я тут сегодня видеооператором. Ну и толкателем тележки. Куда? Сыр еще есть у нас, да? Сыр, говорю, есть, который Илья любит. Так, ладно, сейчас что-нибудь найдем. Итак, берем яйца. $5, это совсем недорого. Для хороших яиц. Так что, ты что собиралась две? Сверху клади, все, вот здесь давай. Ой-ой-ой. И Настя еще берет. А эти тоже? А эти чем другие? Органик. Блин. А эти не органик? Это не органик, но они без гормонов и антибиотиков. Так может все-таки брать органик? Всегда? Две взять органик? Ну да. Ну давай, поменяем. Ну короче, я это положу. Да, лучше же будет брать максимально, а то у детей потом всякая аллергия, всякая-всякая. А я думал, $5 это органик. Не-не. 7,59. Ну, все равно оно дешевле, чем в обычном магазине органик. Там в магазине в обычном в два раза меньше емкость. Ну, количество яиц, я имею в виду. Это тяжелая штука. Клади вниз. Там молочко. Молочко. Все, уходим из этого леденящего душу места. Что, вот куртка? Куртка, да у меня руки замерзают. Может, телефон держит. Появились, блинчики появились. Появились. Ну давай искать блинчики. Народу. Сегодня что-то тьма. Черная пятница они была. Поели все на это, а, вчера уже все слопали. На день благодарения. На день благодарения. Вчера доедали, а сегодня все доедали. Блин, Настя, ты такая умная, ё-моё, а. Вообще умная-умная у меня. Просто ты догадываешься. Ну тебе же сама говорила учительница по английскому. Да, она говорила, что объедаются это, они вообще конкретно американцы, это да. Как у нас в России Новый год. Как Новый год, да. То есть вот ты наготовил, а потом это все доедаешь, салаты, оливье, винегрет и прочее. Ну, короче, все. Это гиблое место. Короче, здесь памятник надо поставить. Здесь когда-то были блинчики, да. Все. Попробуем. Так, нам нужны бумажные полотенца. Вот есть какие-то баунти. Ну что, какой-то прикол. Наши соседи тоже эти. Ценой. Не, давай бери Костковское. Я думал, вот их марка, она будет чуть дешевле. При том же качестве нормальном. Все? Сильная женщина. Такие большие тюки таскает, а? Засунешь чужим? Ну, мы же не будем оплачивать чужое. Они... Я хотела сюда. А, ты хотела чужим? Ну, помочь людям, раз они здесь. Только вот вопрос. Они не хотели именно эту марку. Ценники где-то вон там сейчас. О, $25. А там видно что-нибудь? Не видно нифига. Ну, короче, узнаем на кассе. Итак, нам нужны сливки. Настя нашла heavy whipping cream. Вайпинг, или не знаю, как правильно. А ты, наверное, вот эти видел. Да, half and half. Я видел такой. Ладно. Так, а ценник был какой? 4,60. Так, что нам еще надо? Сейчас уточню. Настя, а что еще вот надо? Это ирландское, про это говорили? Да, нам подсказывали. Значит, ирландское масло, наверное, вот это. А ну-ка, открой, я не просто это, почитаю. Мы раньше ели, брали. Да, а где посмотреть, там должно быть написано Ирланд или что-нибудь такое. Mm. Кстати, огромное спасибо тем, кто пишет нам комментарии, да, видите, вот продукт Ирландии по центру прям.
Подсказывайте, пожалуйста, нам, что тут хорошего в Костке, потому что нам не перепробовать все в одно лицо, ну, в одну семью. Протеин высокий и жирность нулевая. Это что? Это что такое за черные? Это йогурт. А, йогурты? Про этот йогурт рассказывал. Кто? Громче. Артем. Артем, ясно. Муж, Артем, который муж Лерчика, да? Да. Да, все понятно. Я про него говорю. Ну. Йогурты, высокий процент протеина и жирность маленькая. Отлично. Высокий процент протеина и жирность маленькая. Это хорошо. Что еще надо, Настя, поделись секретом? Чай нужно. Чай, да, мы ищем чай. Настя изучает себе перекус или что это такое? Мне гранола нужна, да. Гранола? Я съела одну. Слушай, а помнишь рис огромный? Вот так, сейчас надо откатить тележку. Помнишь рис? Нам советовали классный. Пошли купим мешок. Нет, рис сейчас не будем брать. О, рис не будем брать. Да иди. Анастасия самостоятельно сходила и перехватила себе вот такие вещички. Это первая вещичка. Утепленная. Утепленная, говорит. Как истинная американка, лосины. И лосины, да. Дубль два, дубль два. И лосины. Анастасия хочет быть на истинную американку. Здесь не джинсы ходят, а в лосины. Да, вот посмотреть, все в лосинах. Да, но я не буду показывать сейчас ничьи попы. Но сзади, вот... сзади тебя есть. Тын-тын-тын-тын-тын, вы сами смотрите. Не, ну тут не видать. Да, тут не видать, да, мужчин много. Да, видите, я в теплой куртке, а мужик в шортах. Так что он тут все по-разному климатизированы. Так, ну что, вернемся к нашим покупкам. Вот оно. Скоро узнаем стоимость этого всего. И, ну, думаю, долларов 350. А ты? Ну, я тоже соглашусь. Короче, думаю, 350-400. Итак, мы с Настей не угадали. Цена вопроса $330. Вот наш чек. Но мы сейчас поедем в Whole Food Market и догонимся там. Будем снимать. А? Там не будем. Будем снимать, будем. Ну, там нам чуть-чуть. А мы чуть-чуть и снимем. Мы не перестаем хотеть купить Софии деревца, но увы. Остались какие-то. Да маленькие, за $20 какая-то вообще мелюзга. Так, мы вот здесь, видите. Да, Home Depot мне надо купить не, короче, не замерзайку для стеклоомывателя. Так, мы в магазине в другом продолжаем наш шопинг. Здесь много зелени, она свежая, здесь хорошая, здесь чистенькая. Мы стали уже третий раз подряд, да, мы сюда приходим после Костка. Да. Да, потому что здесь Насте понравился. Свежая зелень. Ну что? Там народу куча, там вдали сыр я показывал как-то в прошлом или позапрошлом видосе. Ценник здесь сейчас покажу вам какой. 2,49. Видите, здесь даже форсуночки брызгают, поддерживают микроклимат. Так, Настя что-то тут уже взяла. Листья салата. А теперь она берет лук. Так, что нам еще надо? О, редиска. Достаточно большая, и цена ее 2,5. Ну, я думаю, за фунт. Да, интересный магазин. Своим ассортиментом и качеством. Настя говорит, чем отличается? Что? Кинза от петрушки. Давай, показывай. Кинзы листья фигурные. Ну. А петрушка? Петрушка? Так, пойду до петрушки. Человек, который вырос в селе, жена городская женщина, рассказывает. Ну, я думала, ты купишь, мне попутаешь. Ну, вот петрушка, да. Я знаю, как выглядит петрушка. У меня дядя кинзу ел как-то. В студенческие годы я ходил к нему иногда обедать. У меня появилась пекинская. Пекинская появилась, но она вообще белая-белая. Как будто она в подвале выросла. Я буду есть все, что угодно. Давай. Да, если кто-то знает хороший рецепт, что-нибудь такое из того, что мы берем, запечь в духовке, буду признателен, если поделитесь. Я тут решил кулинарничать по чуть-чуть. Что, Настя, и ты к редиске подошла, да? А неужели по диете Лерчика есть редиска? Да, серьезно? Да. Ну, все. Видите, живу же женщиной много лет, мысли сходятся.
Что еще? Настя, давай, а то музыка орет, мне надо говорить. Иначе видос заблокируют. Думаю. А, ты думаешь? А список в руки взять с телефончиком, а? Не? Никак? Гляну. Все, ладно, идем дальше. Итак, вот Настя взяла кефир за $5, вон там отсутствует бутылочка. Это ее рук дело. Идем дальше. Масло. Анастасия нашла масло из виноградных косточек. Его цена вот здесь вот 15,99. Ну, плюс налог и всякая всячина, да? Все, мчим дальше? Вроде бы все. Итак, Анастасия берет черный чай. Здесь какой-то маленький, $5. Ну, ничего, нам перебиться на некоторое время. А потом мы найдем побольше листовые. Пачку. Да, листовые купим. Все, бросай. Так, вот наш пакетик. И вот $39, 22 цента. Это у нас зелень, да. Не, ну там еще дешево. Масло, виноградная косточка очень дорогое. Да, ну что не сделаешь ради вкусного поесть, да? Да ладно, сколько полезно. Полезно? Хорошо. А сейчас я поделюсь с вами рецептом яблок, которые запекаю. Яблоки с творогом, с медом и с корицей. Итак, яблоки у меня Гала, они сладкие. Корица, мед из косты, творог. Буду сейчас вырезать в серединке яблоки и начинять творогом и прочее. Но сначала я, конечно же, их помою. Я помыл яблоки, а теперь мне нужно вырезать серединку. Но у меня нет специальной, которая удаляет серединки. Поэтому я вот такой из IKEA инструмент у меня для чистки картофеля. Я буду не полностью вырезать, не насквозь, а оставить где-то там на пальчик, чтобы не вытекло содержимое. Итак, я потихоньку удалю. Ну и косточки главное удалить, чтобы они потом не попадались там. Ну почти до дна. Надеюсь, видно хорошо. Еще там пару косточек. Итак, с каждым яблоком. Я вырезал серединки. Из всех яблок маленький лайфхак. Чтобы это лучше получалось, я брал, промывал. Прям струю воды сюда направлял. И так легче было вымыть остатки и косточки. Теперь я буду готовить начинку. Так, берем тарелочку. У меня тут творога немного. Поэтому... Так, ну наверное, тарелочка совсем все-таки маленькая. Возьмем побольше. Кто смотрел наше одно из последних видео, это как раз куплено со скидкой посуда в Костке. Так, ну, не судите строго, я только учусь, я надеюсь, хватит. Да, ну, я думаю, этого хватит для наполнения этих яблок. Теперь посыплю чуть корицы. Тоже я не... Ох ты ж, ну, наверное, вот так. Надеюсь, видно. Вот столько насыпал. Хорошо. О, пахнет уже хорошо. Размешаю. Буду пробовать. Потому что я в прошлый раз посыпал сверху. Мне сказали, что это неправильно. Надо все перемешивать. И сверху меда. У меня особенность такая, что яблоки у меня сорт сладкий. Так, а мед загустел. И поэтому я буду добавлять совсем чуть-чуть. Мне изначально подписчица дала рецепт с сахаром, но я думаю, возьмем с медом. Все-таки как бы пополезней. Поэтому, да, с медом я промазал. Течет буквально на днях. Начал сахариться сильно. Так, а потом я просто наполню каждую прорезанную часть яблоки медом. Потом я усилю фольгой. И сверху еще раз фольгой. Духовка на 200 градусов. Ну сейчас чуть-чуть вышла задержка. Меда, ну, наверное, может столовую ложку на это все. Сейчас попробую это быстро выдавить. Ну, в принципе, наверное, хватит. Так, я думаю, этого хватит. Перемешиваю еще раз. И буду заполнять. Моим
проверяльщиком будет моя дочь. Ну и моя жена, если захочет. По поводу вкусно, невкусно получилось. Так. Вроде бы. Так, а теперь задача. Как бы это все еще заполнить. Так, чтобы оно у меня упало на самую глубину. Ну, буду накладывать и продавливать. Так. Я вот начал накладывать. Ну ладно, все, наверное, наложу. Яблоки, начинка, а потом фольгу и на противень. Я заполнил все яблоки, и видите, я фактически угадал. Осталось совсем чуть-чуть творога, можно, ну что там, чайная ложка. Так что так, теперь я беру фольгу, стелю сюда, и потом сверху фольгой накрою. Так, а теперь выкладываем. Так, сигналит мне уже духовка, что она уже нагрелась. Так, ну вот. И сверху еще фольги. Мне рекомендовали воду наливать, но я пробовал пару раз, сока очень много вытекает, и поэтому я уже перестал воды наливать, потому что яблоки сочные, и оно не пригорает. Так, ну, в принципе, буду ставить в духовку. Итак, видите, 200 градусов, духовка уже готова. Здесь у нас есть еще внутри термометр, который мы доверяем больше. Вот видите, мы им контролируем, правильно, неправильно, но в итоге правильно. Так, и таймер я поставлю на 60 минут. Все. Ждем. Но вам ждать меньше. Время вышло. Я отключаю духовку, таймер. И вот мое произведение. Так, видите, парит. Это, конечно, глупо пытаться открыть рукой. Ну, это фольга. Ой-ой-ой. Сейчас я вам покажу, как выглядит внутри. Ух ты ж, горячая, блин. Так, ну я вот так оторву. Ух ты ж. Что-то... А, ну это только, остальные вот нормально. Кстати, если у вас есть рецепты, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду пробовать. Иногда мне хочется готовить. Конечно, я редко готовлю. Это вот мне по диете решил все яблоки приготовить. Так, так, так. Лучший вид. Ну вот. Так что. Жду вашего мнения. Ну, остынет. Будем пробовать. Я сделал другую порцию. Но почему-то у меня творог все равно выдавило. Из тех нормально, а здесь прям, видите, пустота. Хотя я уже аккуратно, пальцем до самой глубины. Видимо, все-таки там воздух скапливается, нагревается, а потом это закипает. И обратите внимание, сколько сока. Прям компот. Видите, какая глубина воды. Так что буду благодарен за рецепты. Или укажите мне на недостатки, как сделать, чтобы, ну, творог оставался внутри. Что за фигня, не знаю. Из видео по распаковке, видите, повесил кормушку, крепеж от карниза у меня остался лишний.
И вот такая вот кормушечка висит. Видите, птички уже съели вот настолько. И интересный момент. Видите, хоп, белка, если прыгнет, закрывается. Так, что думаете? Пишите. Немножко видео о нашем доме. В остальной части дома все по-прежнему, а вот солнечную комнату покажу, что здесь изменилось. Итак, солнечная, потому что она у нас с южной стороны, в нее, как видите, 7 окон. Это пуфик Софин с подушкой, она здесь часто сидит. Это ее стол, самая первая покупка наша в США, с ящичками. Стул из костка, цветы на стены, лампа, о которой когда-то было много-много комментариев. Она здесь, им телефон позволяет заряжать. Так, это мы здесь планируем Софии купить в Икее комод, потому что, ну, неудобно ребенку, рюкзак ее. А вот самое главное, что хотел показать. Видите, Настя организовала здесь цветочный уголок. Всякие разные. Начиная от фиалок. И я даже и некоторые не помню, как тут они называются. Видите. Так, и даже здесь на компьютерном столе стоит. Здесь у нас просто системный блок, монитор, принтер, ну и там бумага всякая-всякая. И здесь стоит такая в углу огромная батарея. Это у нас всегда-то была на дне рождения, и там они рисовали картины. Так, что тут еще интересно? Ну, это коробочка с гантелями. Настя же на марафоне тренируется. Вот такой вот короткий обзор. Пишите комментарии, спрашивайте. Всего доброго. Морковку сегодня запечь у меня не получилось. Настя уже сделала ее сама. Еда лучше, когда свежая, поэтому буду делать в другой раз. Вот, в принципе, и все. Если видео понравилось, ставьте лайки. Если не подписаны, подписывайтесь. Всего вам самого лучшего. Пока!